Приветствую всех себя на канале. Сегодня у нас 6 августа 2020 год. Находимся мы на юге Беларуси. Вот моя пасека. Работают пчелы. Отводочек там он был на жмене пчел, наверное. Матку чисто посадил для облета, уже развились там рамки 4 где-то. Здесь сильная семья была. Работают пчелы. И пускай все работают. Так, хочу я показать вам свою солнечную скотопку. Вот она со стороны вид. Сейчас на улице, наверное, около 30 жары. Солнце яркое. Чистое небо. Так что вот скотопка работает. Что тут я хотел рассказать. Уже она у меня более 10 лет. Сам вот этот ящик стоит на такой подставке сделанный. Это с кардана, с москвичевского. Приварена пластина, к пластине прикручена вот такая штука. Это с фонарей. Раньше были в советское время прожектора. Она регулируется, получается. Так вот. Вверх и вниз. Здесь два крупных шурупа, таких больших, закрученные саморезы. И на их регулируется плоскость так по отношению к солнцу. И вот этот кардан, он в землю закопанный просто. И когда крутишь его, в земле прокручивается просто. Это за солнцем поворачивается. Раньше я ее сделал, была рама, тут у меня была рама, это стекло внутри и стекло снаружи. Но потом она сгнила, так как крышки не было, не закрывала, сгнила от дождей. И открывал я однажды, разбил одно стекло. В итоге сделал новую раму в том году с одинарным стеклом. Ну, с одинарным стеклом было всего лишь 60 градусов, 65. Самое больше догоняла она, хоть и жарко было и солнце. И всего лишь было 60 градусов, что слабовато для перетопки воска. То, что я перетапливаю сюда рамки, ложу с черной сушью. Ложу с целью того, что сушь-то трудно сохранить, особенно летом от моли темную. Ну, уже для выбраковки. И в том году там в улику стояла, то моль полностью съела, наверное, рамок 20. И в этом году я решил не дожидаться такого и ложу сюда старую сушь. Ложится две рамки. Получается, одна рамка ложится и вторая, большая, это 435 на 300. И когда уже солнце топит, вынимаешь рамки аккуратно, а сушь туда сбиваешь. И так рамок где-то 8 я загружаю. Ну и дня 3 перетапливаю. Основной воск получается сбегая. Это у меня стоит такая, как говорили у нас, усятница старая, алюминиевая. И сюда основной воск сбегая, а сушу эту мерву, что остается, я это, короче, в мешок хаваю. Она получается спрессованная, перетоплена, спрессованная, ну, с содержанием воска большим. Ну, уже такую вот перетопленную в солнечной воскотопке моль не трогая. И потом уже, когда будут лучшие времена, хочу зарабить воскопресс. И этим воскопрессом, короче, развору эту мерву, что собралось. Уже мешок целый собрался, большие 50 килограммов из-под сахара, из-под муки, короче. И этот вот мешок я потом разогрею и на воскопресс отожму. Надо воскопресс сначала сделать. Внутри у нас устройство воскотопки получается вот на таком вот, она на петле у меня. Раньше была сверху петля, вот сюда крепилась, по верхней части, и поднималась вверх. Ну,
одному неудобно открывать. Я сделал вот на бок эту петлю. Так и вот завесик, что на тумбочке ставится. И второе стекло просто наверх я положил и прикрутил саморезами. И с двойным стеклом оно так вот, когда запускаешь, я запускаю 12 часов свою высокотопку и до вечера догоняю до 85 градусов. Ну, желательно делать эту высокотопку, у меня получается как тарелка, она так, только еще, чтобы боковые надо тоже делать как тарелка, и тогда минимально тень будет в высокотопке. Ну, когда я делал, то не было у меня особо ни инструмента, ни доски толковой, то что было залепил, то уже больше даже 10 год назад. Что было залепил, так и пользуюсь. И даже вот снизу щелины надо чем-нибудь подлепить шпаклевкой. Сейчас у меня тут загружено этого с 20 рамок. С 20 рамок я загрузил, уже видно, вот оно горячее, сейчас 55 градусов высокотопки. Вот того. Видно, не видно. Вот так вот. Ну, это остыло уже немного, так как мы сидим с открытой. И уже 2 часа на работе, уже вот видно. Начало плавиться, начал воск плавиться к вечеру, часам так к 6, тут будет под 85, если не будет туч на улице, и будет воск капать, и в этой вот утятнице уже он будет расплавлен. У нас вот такие желтенькие воск красивый, застоит эта воскотопка, снизу вырезана бляха жестяная такая вот, прикрученная вот на саморезах, тут у меня она. Это поддон, по которому сбегает воск. А эта сетка раньше на ТК была, зерно сушили. Зерносушилки. Она оцинкованная сама по себе. И такие мелкие тут эти щелины получаются. Наверное, 3-миллиметровые. 3 миллиметра на сантиметра 2-2,5 ширины полосами. Это у меня мерва получается был много этого. Было много с медом. Я мед, короче, вымыл в воде. И получилось 20 рамок лезло вот на такой вот всего лишь кусочек этой сетки. Ну когда ложишь рамками, чтобы с рамок эта сушь сбегала, то. Ну, отставало, то получается 8 рамок всего лишь лезет. Там уже высыпаться начинает, так больше не ложу. Ну, сюда бы больше лезло, если бы угол так сделать меньше. Она у меня стоит где-то под 45 градусов сейчас. Вот видно, разогрелось на солнце это все. И воск выступает вот. Даже слышно должно быть. Такое мягкое уже и с воском выступающим. Еще пару часиков оно хорошо разогреется, все это дело, и будет тут уже капать. Вот видно, расслаивается, где сотики троху такие. И, ай, горячий сильно, и воск выступает. Короче, воскотопка, если сюда кидать обрезки желтые с улья, да, желтые соты такие, вырезки такие, с рамок сверху, что налепливает, то перетапливая она без проблем полностью. Ну а старые соты такие, наверное, процентов 30 выгоняем, может даже 50 воска. Остальное остается как бы в сушнине этой мерве. Но я ее, эту вот горячую, выворачиваю, потом откручивается сверху, там шурупами держится. Выворачиваю на пленку, на пленке сжимаю таким кульком и плотно сбиваю, чтобы плотно было, и потом уже это бросаю в мешок, и в мешке еще сбиваю, чтобы моль не поела.
И уже насобирался, я говорил, большой мешок, 50-килограммовый, уже пчелы начали прилетать, лезть надо, закрывать. Большой мешок насобирал я из-под сахара, 50-килограммовый, этот мешок потом зароблю маскопресс, все это растопим, эту нерву в воде, и будем на воскопресс отжимать. Не, хочу выгнать, она ползает тут, закрыл, да, и жарится. Ты ж пчела, так. Старая уже, злодюга. О, прогнал. Будем закрывать. Муха вон залезла. Муха хватает. Так. Основное, так я вам рассказал по высокотопке. Вот я поворачиваю за солнцем ее потихоньку, чтобы здесь в левом углу солнце светило, тут чуть-чуть тень. Потом через минут 20 повернется, будет уже и тут тень. Получается у нас, что она развернутая получается, только так вот угол и снизу вот видно. А если еще развернуть так тарелкой, то солнце будет постоянно во всех углах, буквально поворачивать было бы надо раз полтора часа, там два. Ну а так я поворачиваю каждые 20 минут, даже немного чаще, за солнцем. Ну вот, покуда мы говорили, уже 48 где-то градусов, стоит у меня какой-то градусник тут на 200 градусов, не знаю, что он, с котла какого-то. 200 градусный, ну до 85 самое больше догоняло в этом году. Стекло нижнее суцельное у меня получается, цельное стекло, и лежит на этом, на оконных этих уплотнителях. Вот и здесь уплотнители. Ну, это уже старая воскотопка, надо будет переделать то, что он и штили не видны. Пойду возьму сейчас, наверное, этого саморезов пару, до шуруповерта, да поприжимаю все это. Когда делалась она, не было у меня ни шуруповерта, ни дрели, ничего. Так, вручную сбил, чтобы было, да и все. Так что немного подожму, да будет теплее. То, что много щелин, так выветривается. И здесь видно, вот щелина есть. Здесь я подтыкал так мешками старыми, трапками. Короче, подделаю сейчас немного. Вон пчела в воскотопке. Не заметил. Залезла. Залезть так быстро залезла. Вылазить тоже припекло, так захотелось. И... ну, пускай работает. Вот села на нашу камеру пчела сбоку. Сидит. Полетела. Получается, такой воскотопкой плавить можно желтый воск в основном. Желтую сушь. И обрезки разные сули там. Маточники обрываю, старые сюда бросаю. Ножа. Забыл. Внутри храню. Да я, когда снимаю воск, так эту мерву снимаю, так ножом этим обзираю все. Ну и с рамок воск, когда лежат, так ножом струшиваю, да чищу планки. Получается нормально. Вот эту, что я хотел сказать, эту вот мерву я мешок хватит для лучших времен. Советую, у кого нет возможности так, чтобы за раз все переработать, например, там, то воскотопки солнечные перетапливая, сбиваешь в мешок, и уже тогда моль близко не будет это грызть. Грызе моль это соты в основном. Так как я ж говорил, было в том году погрызли мы 20 рамок, может и больше, то я в этом году решил чисто перегреть все это дело, сховать, и потом буду уже делать. На этом буду я заканчивать. Всем удачного сезона. Кому было полезно видео, так ставьте лайки, комментарии пишите, давайте советы. Короче, всем удачи, до свидания.